Ряды Министерства обороны России пополнили солдаты из Карачаева-Черкесии. Сколько человек на этот раз встали на защиту Отечества? 5 лет созданию кассационных и апелляционных судов о необходимости и важности федерального закона рассказали на пресс-конференции в Верховном суде. В рамках федеральной программы «Культурная среда» проводится реконструкция и ДК поселка Мичуринский. На какой стадии ремонтные работы? Уносит на 600 лет назад читателя драма «Карча» увидела свет книга народного поэта Карачаева-Черкесии Дины Мамучуевой. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» Вести Карачаева-Черкесия. Промышленный комплекс Карачаева-Черкесии продолжает наращивать объемы производства. Так, за период с января по август в сфере промышленности уже отгружено продукции на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Карачаева-Черкесии. Рост в значительной степени обусловлен увеличением производства в обрабатывающих сферах. Карачаево-Черкесия отправила на учебный полигон очередную группу военнослужащих, подписавших контракт с Министерством обороны России. Провожала солдат и Мадина Каракетова. Максим, сотрудник военного комиссариата республики, но принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. Это его осознанное решение, продиктованное чувством патриотизма. Защиту Отечества Максим считает делом чести любого мужчины, говоря строками Симонова, так повелось на Великой Руси. Испокон веков идет, что мы должны защищать свою родину, свою страну, наших близких, родных, матерей, жен, детей, сестер. Мужчина, он для этого и создан. Наверное, мы продолжаем историю своих прадедов, детей, это дедушек, потому что они воевали, чтобы было у нас все хорошо, ну и нам приходится продолжить их путь, чтобы также про нас говорили, что дети, внуки жили и росли только в мире. Чувством долга и справедливости продиктованное решение подписать контракт с вооруженными силами России на прохождение военной службы Азамата Шорова. Работал водитель, потом слесарь. Решил просто на войну поехать за родину свою. Жалко детей, людей, которые погибают. Сегодня контракт подписали 11 жителей республики. И сегодня же они будут направлены в учебный центр для боевого слаживания. После военнослужащие по контракту будут распределены в военные части, в том числе и нашу 34-ю горную бригаду. Контракт могут заключить солдаты и сержанты на срок 1 год. Прапорщики и офицеры могут заключить контракт от 3 лет. Социальные гарантии на данный момент у нас единовременная выплата составляет 2 миллиона рублей. 1 600 000 – это от главы Карачаево-Черкесской республики и 400 тысяч – это федеральная выплата. Также контрактникам будет выплачиваться ежемесячная заработная плата. С учетом всех выплат гражданин, подписавший контракт с вооруженными силами России на прохождение военной службы, может заработать до 5 миллионов в год. Но, по словам сотрудников военного комиссариата Черкесска, в сложившейся ситуации это не самое главное для подавляющего большинства контрактников. Для многих главное это то, что это конституционный долг каждого гражданина нашей страны, что он обязан отдать долг своей родине. Наше непростое время. И многими сподвигает именно это чувство. Чувство долга перед своим отечеством. Сегодня убывает один военнослужащий, который ранее, он является ветераном МВД, всю жизнь прослужил в МВД, поехал туда добровольцем один раз, отслужил свой срок, приехал, второй раз поехал добровольцем. И на третий раз он уже решил заключить контракт и уже поехать как военнослужащий. Ему уже, точно не могу сказать, где-то за 60 лет. Этому человеку. Заключить контракт с вооруженными силами России несложно. Необходимо обратиться в военный комиссариат по месту прописки и выразить свое желание служить. Водителя, как бы в первую очередь, востребованы. У кого есть категории прав БЦ, могут приехать и заключить с нами контракт и должность водителя. А мы вот знаем, что девушка сегодня отправлена. Девушка бывает, да, медицинское образование имеет она. Она уезжает врачом в военный госпиталь. Так что абсолютно все профессии у нас востребованы. Каждого рассмотрим, каждому найдем свое предназначение. Мадина Каракетова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.
В Верховном суде Карачаева-Черкесии прошла конференция, посвященная 5-летию создания кассационных и апелляционных судов. Участниками мероприятия стали представители судебной системы республики, а также педагоги и студенты юридических вузов региона. Подробности в сюжете Артура Мхце. 5 лет назад в России было проведено реформирование судебной системы. Работа кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции позволила оптимизировать судебную нагрузку, сделав это по принципу экстерриториальности, подчеркнув таким образом независимость и беспристрастность принимаемых решений. В Верховном суде Карачаева-Черкесии 5-летие столь важного шага отметили проведением конференции, на которую пригласили работников судов и прокуратуры республики, педагогов и студентов юридических вузов. С принятием федерального закона ФК номер 1 2018 года в структуре судебной системы Российской Федерации появились кассационные суды общей юрисдикции, апелляционные суды общей юрисдикции. Они внесли огромную практическую значимость в нынешнюю судебную систему. И признав важность этой темы, мы посчитали, что нужно провести вот такой научно-практический круглый стол и обсудить все за и против работы кассационных и апелляционных судов за 5 лет прошедшей работы. Выступая перед участниками конференции, председатель Верховного суда Республики Наурус Лепшоков рассказал о роли и месте кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции в судебной системе России. У сегодняшнего мероприятия особый статус – это торжество науки и практики. Статус сегодняшней конференции направлен на обеспечение сотрудничества и желание плечом к плечу решать общие задачи, стоящие перед нами. Представители высших учебных заведений выступили с докладами о значимости судебной реформы, всех ее за и против, о практике рассмотрения уголовных дел и материалов общей юрисдикции и о многом другом. Своим видением по некоторым вопросам, а также причинами выбора профессионального пути поделились студенты юридических вузов. Поднять самосознание и юридическую грамотность населения. Что бы вы конкретно предложили? В первую очередь предложил бы я гражданам Российской Федерации в полной мере ознакомиться с конституционными правами и свободами человека. А далее я бы, скорее всего, в качестве законодателя ввел бы какие-либо профилактические меры, которые помогли бы с изучением каких-либо прав и, скажем так, свобод или же обязанностей гражданина Российской Федерации. Я выбрала профессию юриста, исходя из того, что мне было интересно разобраться в российском законодательстве. Также я считаю, что это наиболее такая подходящая профессия для того, чтобы помочь людям, гражданам, стране. Думается, такой формат общения в рамках научной конференции оказался полезен как гостям Верховного суда Республики, так и действующим работникам судебной системы. Артур Мхце, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. В поселке Мичуринский Прикубанского района ветхое здание Дома культуры скоро преобразится. Его построили в 80-е годы прошлого века и с тех пор капитально не ремонтировали. Реконструкция проводится в рамках федеральной программы «Культурная среда». Когда обновленный ДК откроет двери для жителей поселка и какие надежды они возлагают на планируемые нововведения, выяснила Мадина Каракетова. Полностью заменены водопроводная система и электропроводка. В актовом зале установили небольшую сцену. В старом ДК ее даже не было. Обеспечили звукоизоляцию помещения, утеплили наружные стены. Полы тут были бетонные и сверху были уложены старые деревянные доски. Все это демонтировалось, потому что они были непригодны для использования. Нами заливалась полностью бетонные полы, стяжка 10 сантиметров и отделка керамогранитом. Остались внутренние и внешние отделочные работы. Их завершение, по словам рабочих, вопрос пары недель. Строители рассказывают, что в работе они используют самые современные и качественные материалы, так что здание Дома культуры прослужит жителям поселка не один десяток лет. В этом же здании будет тот самый долгожданный спортивный зал. Планируется, что в нем будут заниматься борцы, но не исключается возможность организации и других спортивных секций, исходя из предпочтений поселковой молодежи. В планах администрации поселка и детская площадка, и уличная спортивная площадка, и еще кое-что. Но это все потом. Капитальный ремонт Дома культуры в Мичуринском проводят в рамках федерального проекта «Культурная среда». На сегодняшний день проводится достаточно большая работа, уже на стадии завершения, и планируется к концу октября уже сдать объект. У молодых жителей поселка Мичуринский колоссальные планы на дальнейшее развитие культуры и творческой деятельности, а также сохранение обычаев и традиции
народов нашей необъятной страны. А, конечно же, такая поддержка уже служит стимулом для развития патриотического духа у молодежи. Старожил поселка Мурат Урусов, наблюдая за преобразованиями, происходящими в Мичуринском, из года в год выражает надежду, что они вдохнут новую жизнь в его родное поселение, и молодежи не будут скучны сельские будни. Что если все будут эти культуромассовые мероприятия у нас проводиться, все нормализуется у нас тоже. Опять-таки это рабочие места. Будут, да, и рабочие места. И садики для детей, там, где молодежь, там и дети. Все есть у нас, в общем-то, эти, все удобства, в общем-то, в этом поселке есть. Только насчет работы. Насчет работы у нас туго. Дома культуры и спортивные площадки, как, впрочем, и ФАПы, и детские сады, строятся практически во всех селах и аулах Карачаево-Черкесии. За последние 10 лет в республике построено и реконструировано около 700 социальных объектов. Цель – сделать жизнь более качественной, интересной, насыщенной, создать удобства и рабочие места даже в самых отдаленных горных аулах, дать возможность молодым людям самореализоваться здесь, дома. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Вышла в свет очередная книга известного писателя, драматурга, журналиста, народного поэта Карачаево-Черкесии Дины Мамчуевой. Какие произведения вошли в новое издание, расскажет Алла Качиева. Выход каждой книги для автора – большое событие. Такое ощущение, будто бы твое внутреннее состояние, чувства, мысли, мечты, желания – открывают дверь и выходят в мир. Так вот, на этот раз мир увидел очередной сборник народного поэта Карачаево-Черкесии Дины Мамчуевой под названием «Карча». В первой части – драма с одноименным названием. Она уносит на 600 лет назад. «Карча» – реальная историческая личность. После нашествия хромого Тимерлана, который напал на Аланию, и уничтожил все живое и неживое, один из его секретарей писал так: «Вряд ли уже на этой сожженной земле когда-нибудь даже вырастет травинка». Но не тут-то было. И трава выросла, и жизнь закипела, и народ, который когда-то здесь жил, возродился. Все это благодаря легендарному Карче, сыну аланского князя Булата. Такие люди, как он, рождаются один раз в тысячу лет, говорит Дина Тарьелевна, вдохновленная жизненной историей, патриотизмом, мужеством и мудростью предводителя Карачая. Он был очень удивительным человеком, как Божий посланник. Он был очень красивый человек, физически очень сильный, очень умный, все хватал на лету. Все, кто с ним знакомился, все, кто его узнавал, покорялись ему. И когда сам хромой Тимерлан был очень восхищен им и не отпускал его от себя, но во время похода в Китай скончался хромой Тимерлан, и Карча приобрел свободу. Через большие трудности и испытания через Крым он возвращается на свою историческую родину. Этот человек был как будто напичкан талантами разного рода. Он одновременно был и вождем, и полководцем, и министром культуры, я образно говорю, и образования. Он был и учителем, и врачом, и строителем. Только такой человек мог объединить людей и создать маленькую страну Карачай со всеми государственными атрибутами. Соратники родоначальника Карчи также реальные исторические личности – Адурхай, Пудиян, Наурус, Трам. С тех пор прошло 600 лет. Значит, 600 лет тому назад эти люди жили на этой земле, а народ их помнит, потому что в народной памяти никогда не померкнут имена героев. Чувство долга, чести, ответственности, любви к родине, которые живут в народном герое Карча, являются образцом для подражания. Карачаевский государственный театр по инициативе директора Руслана Гочияева поставил спектакль по пьесе Дины Мамчуевой. Главную роль в спектакле, роль Карчи, сыграл молодой
талантливый, очень интересный актер Ислам Мамчуев. Роль Карчи настолько ему понравилась, он настолько был влюблен в этот образ, что решил переименовать себя. В прошлом Ислам Мамчуев, теперь Карча Мамчуев. Во вторую часть сборника вошла поэма, написанная в сонетах. «COVID-19 – коварная болезнь, которая унесла жизни миллионов людей, в том числе родных и близких Дины Мамчуевой». Автор в своем произведении раскрывает глубинные человеческие отношения в период пандемии. Я сама тяжело заболела. Когда меня везли в больницу, перед тем, как выйти из дома, я сказала, если останусь в живых, я напишу поэму о ковиде. Возможно, мои слова дошли до Всевышнего. Хотя я тяжело болела и лежала 18 дней, я выжила. Мне помогали все. Я всем этим людям глубоко благодарна. И все эти люди зафиксированы в поэме. В третьей заключительной части сборника можно прочитать стихи, написанные одаренным поэтом Диной Тариэлевной в последние годы. Среди них особенно дорого мне стихотворение, которое я посвятила молодому, талантливому поэту, переводчику и журналисту Рустаму Тамбиеву. Рустам Тамбиев не только талантливый человек. Я в один прекрасный миг поняла, что он очень благородный, добрый и мудрый человек не по годам. Он сделал мне неожиданно подарок. Он совершил умру, малый хадж, в память моей сестры Светланы, которая ушла из жизни. Дина Мамчуева своим творчеством вносит большой вклад в литературу, в сохранение и развитие языка, истории, культуры карачаевского и других народов. У читателя сборника «Карча» есть возможность окунуться в историческое прошлое, а также в пейзажную, философскую, любовную лирику. Алла Качиева, Олег Молхожев, «Вести Карачаева-Черкесия». Далее смотрите постоянную рубрику «Сила права» с Белой Джазаевой.